Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор». В этом ролике я расскажу о бездисковом автомобильном ресивере Pioneer MVH S520BT. В описании вы найдете ссылки с лучшими ценами на эту модель. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Если обзор будет вам полезен, поставьте лайк. Этот автомобильный цифровой ресивер 1 DIN с FM, AM, USB, Bluetooth, встроенным звуковым процессором DSP, поддержкой приложения Pioneer Smart Sync, совместимой с устройствами Apple и Android, отлично впишется в дизайн современного авто. Серия MVH означает бездисковое устройство, укороченное. В нижней части панели гибкая пластина символы, упругие зоны нажатия, требуется некоторая сноровка. Зоны клавиш разделяют маленькие точки выпуклости, чтобы было легче ориентироваться на ощупь. Подсветка кнопок гибко настраивается, можно отрегулировать яркость и выставить цвет. Это позволяет эстетично вписать аппарат в интерьер автомобиля при желании, настроив его в тон штатной подсветки или, напротив, сделав на нем цветовой акцент. Отдельно можно задать режим работы подсветки при поступлении входящего звонка на подключенный по Bluetooth смартфон. Управлять магнитолой можно не только с основной панели, но и со штатных кнопок на руле при использовании дополнительного адаптера и со смартфона, установив на него приложение Spotify. С его помощью вы будете, например, составлять списки композиций для воспроизведения и настраивать звучание в соответствии со своими предпочтениями при помощи 13-полосного эквалайзера EQ. Модель является лучшим представителем класса процессорных автомобильных головных устройств. Она может воспроизводить файлы FLAC вплоть до 96 кГц на 24 бита. Имеет 13-полосный эквалайзер 13-band EQ и встроенный усилитель MOSFET мощностью 4 по 50 Вт. Звуковой процессор позволяет подключать динамики как в стандартном режиме, так и в сетевом по канальным. Для подключения внешних усилителей можно использовать 3 разъема RCA и дополнить систему более мощными аудиокомпонентами. Просто подключите смартфон iPhone или Android по Bluetooth и используйте бесплатное приложение Pioneer Smart Sync. Это позволит прослушивать потоковое аудио и удобно управлять настройками ресивера. Опция Bluetooth позволяет удобно и безопасно совершать звонки hands-free, слушать потоковую музыку со смартфона без проводов. Благодаря уникальной технологии Advanced Sound Retriever качество воспроизведения звука максимально приближено к оригинальной записи. Можно одновременно подключать два телефона через Bluetooth. При желании вы можете использовать и проводное подключение. Специально для этого на фронтальной панели находится вход AUX 3,5 мм. Кроме того, есть порт USB. Если вы храните музыкальную коллекцию на флешке, просто вставьте ее в разъем. Магнитола понимает все популярные форматы MP3, VMA, WAV, AAC и даже FLAC, которые особенно ценят меломаны за сохранение оригинального качества без потерь. Но даже если файлы в сжатом виде, технология Advanced Sound Retriever поможет улучшить их звучание. Bluetooth. Выполняйте требования местного законодательства при использовании встроенной функции Bluetooth. Звонки по беспроводному подключению с широкополосным кодированием речи, беспроводная передача потокового аудио с поиском по исполнителю, альбому и композиции, простое сопряжение и управление звуком, а также беспроводные технологии Bluetooth обеспечивают безопасность и удобство во время вождения. Pioneer Smart Sync App Pioneer – удобное приложение для синхронизации, позволяет использовать функции вашего смартфона. Он подключает ваш смартфон к совместимым автомобильным стереосистемам Pioneer. Поддержка iPhone. Благодаря iPhone Direct Control вы можете управлять своим i-устройством непосредственно с приборной панели автомобиля, наслаждаясь превосходным звучанием. Совместимо с Android. Выполните подключение и воспроизводите музыку на устройстве без каких-либо приложений. USB вход. Подключите любое устройство с помощью интерфейсного кабеля USB, чтобы зарядить устройство или насладиться чистым четким звуком. Spotify. С помощью приложения Spotify достаточно подключить смартфон, чтобы удобно выбирать любимые списки воспроизведения, альбомы, композиции, а также исполнителей с помощью органов управления на головном устройстве. 13-полосный графический эквалайзер. Настройте выход звука, чтобы отрегулировать воспроизведение в соответствии со своими предпочтениями. Многоцветная подсветка, раздельная RGB подсветка кнопок и дисплея, возможность выбора из 210 000 оттенков.
FLAC – возможность воспроизведения файлов цифровой звукозаписи FLAC Lossless в автомобиле с помощью специального выхода с качеством компакт-дисков без необходимости преобразования. MixTracks – MixTracks создает бесконечный микс из вашей музыкальной библиотеки для идеальной вечеринки, дополняя ее рядом DJ-эффектов и клубной цветомузыкой. Я проанализировал отзывы реальных пользователей и выделил основные отрицательные. Очень хлипкое крепление. Долго разбирался, как выключить демо-режим. Список файлов подгружается медленно. Неудобные кнопки. Скудная комплектация для такой цены. Не могу включить подсветку микс. Положительные отзывы тоже есть. Хороший эквалайзер. Качество звука чудесное. С помощью приложения удобно все настроить. Размер очень удобный. Bluetooth работает очень хорошо. Три пары RCA, встроенный кроссовер. Красивая панелька выглядит шикарно. Хорошее качество сборки. Читает все аудиоформаты. Возможно, вы стали владельцем такой автомагнитолы и захотите поделиться своим мнением с нашими зрителями в комментариях. Ссылки с лучшими ценами на эту модель вы найдете в описании. На этом все. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и включать колокольчик. Всем пока!